На Вакимовку будут отправлять? Сегодня, на сегодняшний день мы решили вопрос так, что Мелитополь будет принимать Акимовское ЦРБ. Мы пока свои госпиталя на день приостанавливаем для того, чтобы... Прием, да. Для того, чтобы осмотреться, сделать переводы в терапевтические отделения, кого-то выписать, подготовить дополнительные места. Вот. И сегодня Акимовка согласилась принимать нас. Это согласование с департаментом. Ну, сегодня мы так работаем. Завтра, если мы тут подосвободимся, начнем снова принимать мы. Ну и так вот в рабочем порядке будем решать вопросы, пока такая ситуация.